Сегодня в нашей студии одна из героинь сюжета, который мы только что посмотрели. Серебряный волонтер Светлана Константиновна Воронина. Именно она открывает новую рубрику «Герой нашего времени». Здравствуйте, Светлана Константиновна. Здравствуйте. Вы сегодня принесли нитки, спицы. Расскажите, как давно вы занимаетесь вязанием? И, может быть, это у вас какое-то ваше семейное увлечение? Я занимаюсь вязанием с 10 лет. Вот. Ну, вязала меня бабушка, мама. А так, вот, вяжу все. Все. И игрушки вот вяжу, и носочки вяжу. А расскажите подробнее про игрушки. Это ваша работа? Да, это моя работа. Это с велюра, это с хлопка вязаные игрушки. Называется это вязание амигуруми, скользящая петля. Светлана Константиновна, расскажите о предложении поучаствовать в вязании теплых носков для военных. Вы восприняли с воодушевлением? Да, конечно. Надо помочь ребятам, почему бы и нет. Если мы можем это дать ребятам, которые находятся на защите нашей Родины, почему бы мы не связать? У нас у всех есть сыновья, внуки, мужья, зятья. Поэтому мы все, у нас очень много женщин вяжут, все с воодушевлением приняли эту просьбу. А кто к вам еще присоединился? У нас, в общем-то, я помогаю женщинам вспомнить о вязании, где-то какой-то рисунок подсказать. И вот кто ко мне приходит, у нас 8 человек, вот все 8 человек вяжут. Другие занимаются рукоделием. Они тоже кто-то, я даю нитки, мне выдают нитки, и я девочкам раздаю. Они тоже вяжут. Где-то, ну, человек, наверное, 15 у нас вяжут. И сколько уже связано? Ну, 2 раза мы уже отправили, где-то около 30. Первый раз и второй раз около 40. И сейчас у нас к концу января тоже где-то прилично наберется. Но очень хорошо вяжут, быстро вяжут. То есть и будете продолжать? Будем продолжать, конечно. Они же всегда нужны, носочки. Вот весна начнется, лето, осень. А мы же не знаем, когда это все закончится. На следующий год будет ребятам. Светлана Константиновна, спасибо большое за вашу помощь, за добрые сердца. Спасибо вам тоже большое. А я напоминаю, что гостьей нашей новой рубрики «Герой нашего времени» стала серебряный волонтер Светлана Константиновна Воронина.